Еврокомиссия продолжает требовать от властей Косово закрытия до 2017 года тепловой электростанции Косово-А в Дардиште, как неудовлетворяющей европейским экологическим нормам. С этими требованиями солидаризируются и местные жители. Попробуй что-нибудь посадить на этой земле, не растет. Медики говорят, что молоко, которое дают мои коровы, нельзя пить. Но мы тут живем рядом с этим полем. Мы не можем без корма для коров, говорит местный фермер. Угольная пыль, электростанция работает на угле, а также вредные испарения привели к тому, что почти 40% населения покинули эти места. Но проблема в том, что электростанция удовлетворяет почти половину энергетических потребностей Косово, причем не полностью. Отключение электричества здесь явление регулярное. Однако, как подчеркивает глава миссии связи ЕС в Косове Ренцо Давиди, нынешнее положение неприемлемо. Здесь, в Косове, регистрируются невероятные, неприемлемые пределы загрязнения окружающей среды, в сотню раз превышающие параметры, допускаемые ЕС. Электростанция Косово-А была построена в 1962 году при участии работавших в Югославии специалистов СГДР. Этих стран больше нет, но электростанция осталась.